Хочу ее завтра на дискотеку пригласить. Тили-тили, тесто, жених и невеста. Так, Надька, ну-ка иди-ка погуляй. Значит, слушай сюда. Ты подойди к ней и начни сначала издалека. Озеро прекрасное. Похвали, как она красиво рисует. А там слово за слово, ну и потом пригласишь на свою дискотеку. Понял? Точно? Отвечаю. Ну, тогда я пошел. Давай. Слышь, Белкина, ты это, как его? Ну, в общем, пошли сегодня на дискотеку, а? На дискотеку? А ты купи мне пирожное, тогда и пойду. О! Слышь, Петров, одолжи-ка 50 рублей, а я завтра отдам. Бочка, у меня планшет отнял. Ты это, планшет верни, я тебе и дам 50 рублей. Ага. Слышь, Бочкин, верни Петрову планшет. Ну, не знаю. О! А ты табуретки на поцелуй, тогда я отдам. На. Петров, держи. Спасибо. Держи. Да не нужно мне твое пирожное. Я все видела. Ты с Табуреткиной целовался. Ну как? Белкину на дискотеку не пригласил, по башке получил. Еще должен Петрову 50 рублей. Воблом!